Что ребятам нужно сделать для того, чтобы ты отдала деньги? Деньги. Просят деньги. В прошлый раз тоже все с денег. Начиналось? Да, денег нет, но выдержись. Сколько денег? Сколько денег тебе дать? Сколько денег ты принес, сколько денег тебе дать? Мы помним этот номер. Да. Много. Хорошо. Много. Цифру не озвучили. А знаешь, что хитро сделано? Это тут много. Ну, ого, ты что, ты выкинь пару купюр? Ну зачем? Столько много. Дают целую котлету. Котлета решает. Покажи еще раз. Смотри ширину котлеты. Толщину ширину. Это много, реально много. А что ты показываешь? Пальцы. Толщина пальцев, ширина, смотри, как реально много. Берешь? Давай приблизительно хотя бы. Нам же много, это, ну, понимание много. Для Ярослава много, да может быть 10 гривен. Это киндер. Киндер уже много. Дайте игрушку с киндера, шоколад заберите себе. Вам нужно совещание. Вы пока будете совещаться, Лену просто заберут. Оп. Давайте так, каждому... Аккуратно, аккуратно, Виталик, аккуратно. Давайте так, Юль, мы даем...